Впечатления от путешествия хорошие. Единственное, были проблемы на границе, дорога плохая. Мы испугались, граница с Уральском очень плохая. Потом страна не приспособлена для такого рода путешествий. Нам нужны стоянки, чтобы воду наполнить, чтобы зарядиться электричеством. Если вы будете развивать такой вид туризма, люди поедут в Казахстан. Французы, итальянцы, все-все. Поначалу мы боялись ваших гаишников, что будут часто останавливать. Останавливают на каждом посту, но это, наверное, больше из любопытства. Спрашивают, куда, как, почему, кто такие, и отпускают. Советуют фары включать. Ну, такие милые люди в целом. В планах вернуться в Италию и дать массу информации о данном путешествии, потому что итальянцы заинтересованы в странах СНГ. Очень хорошие впечатления произвели ваша традиция, культура. Топливо у вас стоит в 3 раза дешевле. Это очень экономично.